Верно! Товарищ флагман второго ранга, личный состав линейного корабля «Кремль» выстроен по большому сбору. Командир корабля, капитан второго ранга, Григорьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи командиры! Здравствуйте, товарищи краснофлотцы! Благодарю за отлично проведенные стрельбы. Здравствуйте, товарищи краснофлотцы. Благодарю за отлично проведенные стрельбы. Команду распустить. Есть. Команде разойтись. Таня ждет, да? Да не Таня, а Нина. Это хорошо. А ты остаешься? Я остаюсь. А это тоже хорошо. Конечно, хорошо. Родных навестить нужно. Зовут. Пойду я на завод. Пройдусь я по цехам. Визе в белом, форма раз, ленточки развиваются. Моряк одним словом. Ты вот что, моряк, ты как комсомолец там не подкачаешь. Ну, будь спокоен. Парни завидуют. Девушки заглядывают, спрашивают, кто это, кто это? Я, Савченко Николай Сергеевич, комендор линейного корабля «Кремль». А это хорошо, да? Хорошо. Отличные результаты. Да, думаю, неплохо. Товарищ флагман второго ранга, вам и комиссару приказано немедленно явиться в военный совет. Комиссар в штабе. Прибуду через 10 минут. Катер к трапу. Есть катер к трапу. Пошлите, товарищ флагман второго ранга, посадите на вас катер отпускника. Добро. Есть добро.
Удивительное дело, Григорий Ахимович. Был как-то и я в доме отдыха, в отпуску. Прекрасный дом отдыха. Все очень хорошо. Сбежал, не выдержал. Воздуха этого не хватало. А я, знаете, лужайки люблю. Да. Это к вечерком березки вокруг, травкой пахнет. Да, но, понимаете... А вот, кстати, о березках. Вы сегодня у нас, Иван Степанович. Обязательно. Дарья Ивановна ждет. Ну как же. Пироги с капустой будут. Ну и на льду кое-чего. Краснофлотец Савченко, на катер! Есть на катер! Какие у нее глаза? Лучше, чем у меня? Лучше. Ах так? Вылезай из машины. Ах так? Пожалуйста. Ну ладно, ладно. Оставайся. Полковник, ваш ход. Рубль один. Вам еще.
Здорово, Арни! Здравствуй, Галочка! Здорово, Лёва Кочегар! Механик! Все равно Кочегар! Поздравляю, Сашенька! Спасибо, Галя! Саша, мне нужно сказать тебе раз, два, три слова. Говори. Саша, потуши прожектора, перегоря. Не надо. Не буду. Не надо. Не буду? Со дна морского. Товарищ капитан лейтенант, прошите обратиться. Здорово, Сережа. Дарья Ивановна. Вот это подарок. Митя. За борт. Вот! Что вот? Трубка! Музейная! Музейная? Там адмирал Нельсон курил в Трафальгарском бою. 7,50. Сколько? Действительно, 7,50. Ну, поздравляю, поздравляю. Привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Галочка. Поздравляю, виновник от Рождества. Ну, поздравляю тебя, Сашок. Расти большой. Старается, отец, только ничего не получается. Твой прадед Саша, матрос с Весты, погиб в Севастополе на Малаховом Кургане. Дед твой моряк тонул два раза в море, а один раз в океане и не утонул. А погиб на каторге за народное дело. Твой отец тоже много лет на море. Долгие годы горькую матросскую лямку тянули. Ничего, вытянули. Стало быть, род наш моряцкий. И вот сегодня в годовщину рождения нашего сына, тоже моряка, собрались мы, друзья. Что же мы ему пожелаем? Пожелаем мы нашему сыну честно служить своей родине. Здорово, командир. Ваше здоровье. Ой, здорово. Все правильно. Да, да, да. Иван Степанович, ваше слово. Ну что, ребят, что? Слово за именинником? Именинник. Сказать надо. Положение, как это говорится, обязывает выступить. Речь сказать. Ну что ж, скажу только одно. Сегодня 28 мая, годовщина Цусимского боя. Эту дату мы, моряки, никогда не забудем. И если понадобится, мы нашим врагам такую Цусиму устроим, будь это на Балтике, на Черном море или на Тихом океане. И в этом, товарищи, старшее поколение
Даем вам слово. Мы молодые моряки. Оставь, мать. Друзья мои, я помню Цусиму. Я помню песню, которую пели тогда русские моряки. Позвольте старику. Просим, просим. В Цусимском проливе далеком, вдали от родимой земли, на дне океана глубоком забытые есть корабли. Когда засыпает природа и яркая светит луна, герои погибшего флота встают, пробуждаясь от сна. Хорош. Да чего хорош? Горячий старик. Они вспоминают Цусиму, напрасную храбрость свою, и небо отчизны любимой, и гибель в неравном бою, и шумом морского прибоя они говорят на рекам. Готовьтесь к великому бою, за нас отомстите врагам, за нас отомстите врагам. Вот это здорово! Правильно, Владимир Аполлович! Друзья мои, я видел, как бились русские моряки при Цусиме. Они погибли от предательства, а не от недостатка храбрости. Я видел, как наши моряки били англичан в 19-м. И увижу еще, как будут крушить наши моряки, в случае чего. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! Друзья! Друзья, минуточку! Одну минуту, товарищи. Здесь собрались представители трех поколений русских моряков. Одно поколение видело три войны и три революции. Другое поколение видело две войны и две революции. А третье славное поколение моряков взращено лучшими традициями советского народа, могучей силой нашего боевого флота. Так выпьем же за то, чтобы в будущей войне наши молодые моряки показали, на что способна молодежь, воспитанная нашей партией, нашим великим Сталином. Один вальс. Да что ты, Вил, ну куда ж мне там? Ну пошли, давай, пошли. Ну пойдем. Одной по секрету, у кого такие глаза? Нет, по-серьезному, Галочка.
какие у нее глаза. Посмотрела это она на меня. С тех пор я вроде не существую. А кто она, где работает? Не знаю. Возможно, в гражданской авиации. А-а-а. А как ее зовут? Понятия не имею. Брось, Серёж. Ну, честное слово. Влюбился, значит? Влюбился, сам не знаешь в кого. Ну, вот и влюбился. Может быть, ты больше никогда ее не увидишь. Может быть. Чайка смело пролетела над седой волной, окунулась и вернулась, бьется надо мной. Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет, ты возьми. Пойдем танцевать. Главная девушка. Любишь ее? Да вот, мы как будто бы решили. Добро, добро. Ты, Сашка, вполне молодец. Только повременил бы немного. А что? Да так, знаешь. Эдак и молодость пройдет. Саша! Саша! Можно быть свободным, товарищ Кошкин? Начальника главного морского штаба. Читайте. Объявить по флоту, портам и береговой обороне угрожаемое положение. Флоту принять полный запас топлива и боеприпасов. Есть. Кораблям поднимать пары, быть в четырехчасовой готовности. Есть. Флагманам, командирам кораблей к 8 часам ко мне. Есть. Сводки и донесения, Родион Андреевич, продолжают быть весьма тревожны. Так, указанное мной мероприятие провели? Так точно. Не находите ли вы нужным дополнить их согласно оперативного плана номер 2? Ну что ж, можно, можно. Распорядитесь. Есть. Последняя кодограмма. Позволите? Давайте. Вижу в море много неизвестных подводных лодок. Мое место. Так. Дайте ему распоряжение зайти в ближайший порт, там ждать указаний. Есть. Запретить торговым судам выходить в море. Есть. Разрешить? Да. Открытое радио. Теплоход «Енисей» идет ко дну. Без предупреждения взорван вражеской подводной лодкой.
Прощайте, товарищи. Привет родине. Капитан Зернов. Гаврилов слушает. Так. Так. Начальник штаба Тимошенко слушает. Народный комиссар. Командующий флотом у телефона. Есть. Есть. Слушаюсь. Есть, товарищ народный комиссар. До свидания. Враг нарушил нашу границу. Нарком приказал кораблям, находящимся в море, вскрыть пакет К-9. Погасить все маяки. Есть. Береги его, Гриш. Ладно. Сколько раз на фронт уезжал, а все не умею. Прощальные слова говорить не умею. Ну-ну. Веселее, мать, веселее. Я ничего. Обо мне не беспокойся. Я тебя 4 раза провожала, 4 раза встречала. А сейчас и 5-й встречу. Ну, стало быть, до скорого. Ну, мне пора. И мне пора. Галина, не рискуй зря. Именно это я хотела тебе сказать. Неужели вы меня узнали? Узнала. Вы знаете, я ведь искал вас. Вот этого я не знаю. А искали, видно, плохо. Вы провожаете кого-нибудь? Нет, я в части. Как странно. Вот мы и встретились. Я вам правду скажу. Я знал, что так будет. Что мы встретимся, а мне вот уходи. Когда вернетесь, ищите меня получше. Я вас найду, на краю света найду. Зачем же так далеко? Да нет, это я так. Я теперь знаю, где вас искать. Разрешите доложить, товарищ капитан-лейтенант? Слушаю. Катер подошел. Есть. Ну что ж, идите. Ну что ж,
Надо идти. А как же вас зовут? Сергей Светлов. А вас? А меня Ольга Ивановская. Ну, до свидания, Оля. Не забывайте. Сразу и узнал. Отцу письмо, где, мол, ехал, не доехал, сам понимаешь. И обратно. А Нина? Что Нина? Нина подождет. А если не подождет? Меня Савченко, Николая. Хотя Николай подождет. Ты толком рассказывай, ну что там в Москве? В Москве, ребят, такое. Народ весь на улицах, на заводах, на площадях, митинги, оркестры, демонстрации. А я боялся, чтобы корабль не ушел. Что бы я тогда делал? Ну ты бы догнал. Я бы догнал. Войдите. Явился ваше распоряжение, товарищ флагман второго ранга. Здравствуйте. Товарищ капитан третьего ранга. Садитесь, пожалуйста. Капитан третьего ранга. Так, так, так. Назначается историографом первой эскадры. Так, дело доброе. Будете, значит, описывать наши бои? Так точно. Великолепно. Очень рад. Понимаете, Григорий Акимович, просился я на боевую должность, а меня назначили историографом. Я, конечно, не против, даже наоборот, но ведь я... Как вам известно, ну, как штурман. Же, как же знать, знать. Вот, штурман дальнего плавания. В бою, Владимир Аполлоныч, каждую должность боевая. По вашему приказанию прибыл, товарищ флагман второго ранга. Здравствуйте. Здравствуйте. А в бою вы будете? Это я вам гарантирую. Слушаюсь. Слушаюсь. Здравствуйте. Разрешите узнать мое место по боевой тревоге? Это вам сообщит командир корабля. Есть, есть. Оперативный план вам известен? Так точно. Из позиции получили? Свое место боевой операции знаете? Так точно. Затруднений встречаете? Никаких. Помните, занять позицию. Искать врага. При встрече атаковать смело и решительно. Есть, атаковать смело и решительно. Ну что ж. Желаю полного успеха. Саша. Надеюсь на тебя. Выполню. Как у вас позывными? Позывные получены? Есть.
товарищ командир звена. Летчик Ивановская явилась в ваше распоряжение. Здравствуйте. Здравствуй, Оля. Здравствуй. Штурман, знакомься. Это летчик гражданской авиации. Михайловна. Ивановская. И хороший летчик. Что, назначенный к нам? Да. Есть. Прошу быть свободным. Пожалуйста. Ну, пойдем поговорим. Что случилось? Товарищ командир, осколок снаряда попал в мотор. Исправить повреждение. Есть исправить повреждение. Ну что, товарищ командир? Дальше не пойдем. Товарищ радист, радировать флагману. Поврежден мотор, дальше следовать не могу.
Какая подводная лодка в этом квадрате? П-81. П-81? Вашего сына. Дайте распоряжение лодки П-81 снять команду с катера. Есть. Товарищ командир, слева по борту перископ. Где? Вот. На катере! Подхожу! Есть! Приготовить катер к затоплению! Есть! Приготовить катер к затоплению! Открыть кингстоны! Есть! Открыть кингстоны! Право руля. Одерживай, одерживай. Товарищ командир, кингстон открыт! Есть! Живей! Все на лодку! Покинуть катер! Всем на лодку! Быстро! Есть! Всем на лодку! Товарищ командир, на горизонте дым. Миноносец, скорей. Давай скорей, скорей. Право полуслота. Расстояние. 52 кабина, господин капитан. Право руля, держать на лодку. Право 10. Открыть огонь. Открыть подержать. А вы не знаете, ничего сидите. Не знаете, где катер Светлова? Товарищ Светлов погиб. Взорвал вражеский крейсер и погиб со всей командой. Да что ты говоришь? Сам видел. Так. Пробки. Есть пробки? Товарищ командир. Шум винтов миноносца прямо по корме. Есть. Право на борт. Оба электромотора полный вперед. Все вниз. Передать по отсекам возможные глубинные бомбы. Есть. Носу, корме, возможные глубинные бомбы. Задраить переборки. Есть, задраить переборки. Осмотреться по отсекам. Есть! Ну что? С мостика спрашивает. Что слышно под водой? Ответить. Ничего не слышу. Лодка замолкла. Слушаюсь. Ничего не слышно, господин капитан.
подождем. Вылет через 20 минут. Вопросы есть? Нет, все ясно. Приказано произвести разведку в квадрате 1082. В квадрате 1082 эскадра неприятеля. Предполагаемое направление движения ОС. Экипажам приготовить карты, проложить курс. Летчик-лейтенант Соловьев. Мирно! Товарищ полковой комиссар, командный состав первого звена прорабатывает боевое задание на вылет. Вольно, продолжайте. Вольно. Летчик-лейтенант Соловьев. Правый пеллинг. Есть. Летчик-лейтенант Дорошенко. Левый пеллинг. Есть. Летчик-лейтенант Ивановская. На моем самолете. Есть. Вопросы будут? Товарищ комиссар, у вас что-нибудь будет? Да. Товарищи командиры, помните, что своевременность донесений, точность и полнота сведений обеспечивают успех. Шаблона при выполнении заданий быть не может. Проявляйте инициативу, действуйте решительно. Желаю успеха. Направо! По самолетам, шагом, марш! Дать на мостик командиру. Лодка двинулась, слышу шум винтов. Слушаюсь. Лодка двинулась, слышу шум винтов. Полный ход. Глубинные бомбы. Черт возьми, слышит нас. Стоп электромоторам, соблюдать полную тишину. Механик, сколько у нас кислорода и патронов регенерации? 200 регенераций и 5 баллонов кислорода, товарищ капитан лейтенант. Есть. Саша, что, не важно? Не важно, Митя. Крепко вцепились, не выпускают. Thank you.
Товарищ командир, пришли на место. Есть. Смотреть внимательно. Пойдем переменным курсом. Флагом второго ранга. Получена радиограмма. Вижу легкие силы противника. Квадрат 1082, курс ОС, скорость 30 узлов. Старший лейтенант Зорина. Несомненно, разведка. Да. А позади, возможно, тяжелые корабли противника. Mm-hmm. Поднять эскадре сигнал. К бою! Приготовиться! Есть! На румбе! 242! Так держать! Есть так Товарищ командир, может быть, пустить моторы регенерации, очистить воздух? Нет, нельзя. Пусть слышат нас. Конец, товарищ комиссар. Почему конец? В дороге всяко случается. Вспоминаю деда, как-то рассказывал. Залез якось п'яну я в річку Параки, а воно мене якась нечиста сила, як схопить і на дно. Думав, що амба. А потім вспомнив, що жінка наказувала Сидо, якщо втопися нечиста сила, дурий світе, не приходь додому. Так я з переляку схопив того чорта за поперек, та як пришпорив, так удвох аж на берег вискочив. Да. Викарабкаємся. Уйдем. Эх, товарищ комиссар, сплыть бы, да торпеда его. Торпедой? Ты только попробуй нос покажи, так он тебе либо артиллерию, либо на таран возьмет. И нет нас. Мама плакать будет. Наше дело такое. Обнаружили. Сиди и выжидай. Ну что? Ничего не слышно, господин капитан. Позвольте заметить, мы здесь уже... Мои часы не остановились, господин старший офицер. Я отсюда не уйду. Если понадобится, я пробуду здесь до Рождества. Но не выпущу эту проклятую лодку. По моим расчетам, они должны либо всплыть, либо задохнуться. У них больше не хватит кислороду.
Товарищ Кротов! Есть. Ну что? Полученные сведения от подводной лодки ПВ-81. Все еще не можем установить связь, товарищ флагман второго ранга. Продолжайте вызывать. Есть. Не прекращайте ни на минуту. Да-да, продолжайте. Тридцать, 31, 32. 33, 34, 35. 36. Большая лодка. 37, 38, 39. 40. 41. 42. Нешифрованной ради. Мною подобрана большевистская подводная лодка П-81. Слушаю. Сколько на ваших часах, господин старший офицер? Товарищ флагман второго ранга, перехвачен радио. Дать приказ эскадре. Дать приказ эскадре перестроиться в боевой порядок. Увеличить ход до полного. Григорий Акимович, пройди к себе на минутку. Если что нужно, вызову. Что случилось? Что с ним? Сын погиб, Саша. Потопили лодку, мерзавцы. Thank you.
противника. Вижу. Миноносец. Внимание! Приготовиться к атаке! Есть! Атака! Воздушная атака! Отразить! Интересно было. Рванули миноносец. Здорово. Да. А последнюю новость слышали? Нет, не слышали. Про катера? Именно. Наши торпедные катера обнаружили в море противник. Один из новейших крейсеров типа «Неустрашим». Ну и налетели на него. Вы представляете, как могли налететь? Командира 5-го дивизиона знаете? Не знаю. Как не знаешь? Светлова. Ах, Светло. Этот вцепится, так не отпустит. Ну, словом, торпедировали крейсер и взорвали его. Крейсер затонул? Крейсер затонул. Здорово, молодцы, ребята. А Светло? Прямо скажем, плохо. Миноносец, бывший в охранении крейсер, удачным попаданием расстрелял катер. Весь экипаж вместе со Светловым погиб. Светлов погиб? Противник должен открыться слева по носу. Смотреть внимательнее. Слушаюсь. Смотреть внимательнее. Слушаюсь. Наше появление будет большим сюрпризом для неприятеля, господин адмирал. Образно вы так думаете? Я полагаю, что противник отлично о нас осведомлен. Товарищ флагман второго ранга, получено радио. Вне всякой очереди. Вижу неприятельский линейный флот. Перинг Зюдвест, курс Ост, лейтенант Петров. Слева, значит? Угу. Как думаете? Думаю, идти на сближение. Передать командующему. Обнаружил противника, приказ выполню. Есть, передать командующему. Эскадре, курс Зюд. Полный ход. Есть, курс Зюит, полный ход. Лево на борт, курс Зюит. Боевая тревога.
товарищ командир. Товарищ командир отделения. Вижу. Справа 30 главной силы противника. Товарищ флагман второго ранга, противник имеет огромные преимущества в силах. Карте ясна? Чего яснее. Товарищ Воронин, сообщить командующему, вступаю в бой. Благоразумнее бы повернуть, вести бой на отходе. Это маневр. Флагман знает, что делает. Да, конечно. Товарищи краснофлотцы, командиры и политработники, мы идем навстречу врагу. Нам доверена великая честь нанести первый сокрушительный удар. Родина, весь советский народ ждет, что в этот ответственный час мы оправдаем доверие, надежды и любовь советской страны к своему боевому флоту. С нами народ, с нами партия. С нами вождь, ведущий нас от победы к победе, великий Сталин. Эскадре открыть огонь. Есть. Самый полный. Прибавить обороты. Есть, прибавить обороты. Марш! Будет правая магистраль. Сохранять спокойствие. Учить аккумуляторный снаряд. Есть, включить аккумуляторный снаряд. Перекрыть магистраль. Есть, перекрыть магистраль. Боевая рубка слушает. Есть, товарищ командир корабля. Попадание в правую машину. Исправить повреждения. Механика-мажор! Носилки в правую машину! Линкором усилить огонь! Установить связь с подводными... лодками. Башня на втору. Выяснить, что с башней. Есть! Вторая башня. Вторая башня. Вторая башня. Отвечай, товарищ командир. Не пора ли повернуть? Теперь пора. Эскадре повернуть все вдруг на обратный курс. Есть, повернуть все вдруг на обратный курс. Сообщить командующему, отхожу на него. Товарищ капитан третьего ранга, если бы я повернул раньше, неприятель понял бы ловушку и не пошел за мной. А нам нужно во что бы то ни стало навести его на наш большой флот.
даже ценой собственной гибели. Понятно? Есть, понятно. Непонятный маневр. Надо полагать, это поворот в сторону правых сил большевиков. Но они не успеют соединиться. Мы разобьем их по частям. Сначала эту эскадру, а потом и главные силы. Где же наши главные силы? Хладнокровие, Владимир Иванович. Хладнокровие. Патруль! Электрическое рулевое управление вышло из строя, товарищ командир. Перейти на ручное. Есть, перейти на ручное. Инженера к телефону. Есть, инженера к телефону. Лево 15 по компасу. Лево 15 по компасу. Есть, лево 15 по компасу. Куда-то в корму. Надо держаться. Товарищ, нам нужно держаться во что бы то ни стало. Политрука Головина к телефону. Тяжело ранен? Сначала краснофлотца Луценко, в ритм политруком. Поднять перекоп сигнал, ход 24 узла. Есть, поднять перекоп сигнал, ход 24 узла. На палок! Не кланяться! Дайте по вельдопараду обратной связи приказ подлодкам атаковать. Есть. Приказ принят. Командир подлодки П-34, лейтенант Васильев. Приказ принят. Командир подлодки П-49, лейтенант Ищенко. Добро, добро. Приказ принят. Командир подлодки П-27, лейтенант Богельма. Приказ принят. Командир подлодки П-81, капитан-лейтенант Беляев. Повторите лодке приказ. Есть. Повторяю. Приказ принят. Командир подлодки П-81, капитан-лейтенант Беляев. Дать лодкам атаковать врага смело и решительно. Есть. Старина. Дай знать Галине. На СР-26. Я вам очень, очень благодарна, товарищ комиссар. Ну, чего там? Я рад за тебя, Галина. Поздравляю от чистого сердца. Да ты знаешь, что твой Беляев натворил? Да нет. Ведь о нем, о его лодке сейчас говорит весь флот. А что? Он симулировал самоубийство. Это было ловко придумано. А господа офицеры поверили, что советские моряки перестрелялись. Молодцы! Здорово. Нужно иметь много мужества и выдержки, чтобы с честью выйти из такой трудной переделки. Молодцы! Большой линкор противника, покажу в атаку. Как на румбе? На румбе 217. Лево на борт. Ложись на курс 164. Оба самый полный вперед. Носовые торпедные аппараты. Тонус. Самый малый. Самый малый. Носовые аппараты. Носовые аппараты. Три, линии. Нырять на 20 метров! Нырять на 20 метров! Ну как, попали? Хорошо. Очень хорошо. Великолепно. Главное, хладнокровие.
Молодцы, ребята. Дать командование старшему помощнику. Иди на перевязку. Товарищ флагман, я могу вести корабль? Разрешите остаться в строю. Форсировать ход до самого полного. Есть. Дайте сигнал по флоту. Родина ждет, что каждый выполнит свой долг. Сейчас мы голубчикам всыпем. Всыпем, всыпем. Черт возьми! Неужели я не рассчитал? Ответить. Да, могу.
Товарищ флагман второго ранга. От командующего радиограмма. Общее преследование. Добить врага. Добро. Самый полный вперед. Есть. Самый полный вперед. Есть. Самый полный вперед. Доносят. Сигнал командующего. Военный совет флота приветствует героев первой эскадры. Сообщи личному составу. Есть. Поднять сигнал. Военный совет благодарит личный состав эскадры. Есть.